Так, а чё я стал вообще? Сейчас же ночь. Ладно, буду дальше спать. Ох, ё-моё. Да ё-моё. Не могу уснуть, чем так холодно. Почему так холодно? Очень мне. Я передвигаться нормально не могу. Как холодно. Всем привет, ребят. С вами я, Маркус. И сейчас ночь, как вы можете видеть. Чувствую, мне сейчас холодно, у меня вроде... Да, отлично, у меня есть факел. Его надо поставить. Так. Фух, факел поставил. Всем привет, ребят. Еще один раз. Сейчас что-то мне очень холодно, погрейся, факел. Не знаю вообще, почему я ночью проснулся, но я уже реально спать не хочу, ребят. Хотя сейчас ночь, как вы можете видеть, темно. Так, погреться надо, отлично. Почему так темно? Стой! А это что? Ребят, откуда здесь лед? Как мне выбраться? Ай, как он холодный! Тут очень холодно. Чего тут везде лед висит? Понятно, почему я спать не хочу. И уже кажется утро. Здесь просто все во льду. Какой лед? Не было же льда. И как мне его сломать? Так, думай, Марик, думай. А, у меня же есть мотыга, попробую ей сломать. Давай. Давай. Тык, давай. Давай, почти. Сломал. Что там происходит? Надо еще один лед сломать. Давай. Отлично, сломал. Это еще и плотный лед. Вообще он тяжело ломается. Походу, да, это плотный. Капец, тут все во льду. А что уже? Почему он... Ребята, у нас в деревне снег пошел уже. Смотрите, снег. Почему-то странно, ребят, что снег идет, потому что завтра будет только первое... 1 декабря будет только завтра, а у нас в деревне уже снег пошел. Посмотрите, здесь дома во льду. Офигеть, вы видите, ребят? Все дома во льду. Нифига себе. Офигеть, тут дома все во льду. Помоги, Маркус! Что тут? Тут жители говорят? Жители, вы где? Мы в домах застряли, мы не можем выбраться. Да, помоги нам, Маркус. Жители, вы в домах застряли? Да, помоги. Сейчас я вам помогу вот мотыгой. Сломаю. Жители, вы в этом доме? Сейчас я вам постучу. Тук-тук-тук. Да, мы в этом доме вытащили, нас очень холодно, мы почти все замерзли. Ага, сейчас вытащу вас, только сломаю. Ой, прости, житель. Только сломаю, я не могу сломать, давай. Так, первый сломал, второй. Так, последний сломался. Так, все, сломал. Жители, вылазьте, давайте. Кто тут холодно? Сходите все ко мне домой, у меня там факел есть. Заходите ко мне домой греться. Спасибо, Марко, что ты нас вытащил. Пожалуйста. Ладно, я домой пошел. Подожди. Что такое жители? Там в других домах еще жители застряли. Каких других? Посмотри наверх, там еще дома во льду. Где? А, там что, лед, жители? Да, вытащите жителей. Сейчас я их иду вытаскивать, все, я пошел. Ребят, бур, как холодно, у меня даже куртки даже нет. Капец. Тут еще все дома во льду. Сейчас минус 40 где-то. Это тут точно. Как капец, как холодно. Я там жителя вижу. Так, как сломать это? Я уже замерз. Ломать нормально не могу. У меня все руки замерзли. Выходите, жители. Спасибо. Да, пожалуйста, я пошу других открывать. Апчи. Капец. Главное не заболеть. А то как я потом на работу, ребят, пойду. Капец. Ну ладно, теперь нужно тех жителей вытаскивать, которые даже тут все во льду. Которые вон там. Мне кажется, что там еще жители. Посмотрите, ребят, тут даже некоторая вода замерзла. И еще один дом. Там тоже надо вытащить жителей. Так, залазим. Да так, жители, я вас сейчас вытащу. Вы же тут жители? Тук-тук. Да-да-да-да, мы тут-тут-тут, быстрее вытащим. Холодно, да. Я знаю, мне самому холодно. Давай, ломайся, лед. Так, сейчас последний блок осталось. Давай, ломайся.
Все, я вас вытащил. Покажите, как тут у вас. Ничего себе, тут все во льду тоже, как оказалось. Так, надо открыть. Ой, прости, житель, открой дверь. Ага, спасибо. Господи, дайте выйти. Давайте, жители, я вас тоже вытащу. Вот это так холодно. Все, вы выходите. Там я еще увидел один дом во льду. Кстати, ребят, тот дом вообще не во льду, вон тон. Интересно. Ай! Больно, блин, нога. Это так, надо быстро идти к тем жителям. Капец. Так, аккуратненько. Здесь да, даже вода в лед замерзла. Ну, не вся, конечно. Я в воду не полезу. Капец, сколько здесь льда. Я не могу уже нормально говорить. Сейчас я вас вытащу, жители. Давайте. Все, сила. Давай. Власти жителя. Я, короче, не могу. Я к себе домой побежал. Мне очень, ребят, холодно. Я пойду от факела свой греться быстрее. Так, я все уже дома. Быстро убираю мотыгу. Капец. Так, надо все двери закрыть, чтобы холод не шел. Все, я факел греться. Вот это такой тепленький. Ну, блин, все равно немного холодно. Ребят, капец. Смотрите, как на улице. Офигеть, снег пошел раньше времени. Итак, лед везде в деревне. Ладно, я греться. Житель, можно у тебя куртку взять? Мне очень холодно. Я замерз уже. Куртку, да, конечно, держи. Спасибо, житель, за куртку. Я ее одену. Ой, как теплее стало уже. Еще спасибо, житель, за куртку. Пожалуйста, я пошел. Ага, иди. Ребят, мне сейчас житель куртку дал, мне уже теплее становится. Сейчас я еще факел погреюсь. И тогда, когда немного на улице потеплее станет, буду убирать лед. Потому что капец сейчас холодно. У меня вообще нет сил убирать лед. Если, ну, силы у меня как бы есть, если бы не было бы холодно. Я еще погреюсь, факел. Куртку я снимать не буду, у меня сейчас в доме отопления нету. Из-за этого льда отопление даже не справляется, слишком холодно. Ладно, еще факел погреюсь, так. Ладно, тогда сейчас буду лед убирать мотыгой. Потом мне житель мэр даст новую мотыгу, потому что это уже вот немного сломалось. Ну, он мне ее обязательно даст снова, потому что я жителя спас. Так, убираем лед. Так. Так, убираем еще и этот лед. Вот этот. О, ребят, смотрите, когда я согрелся, у меня силы появились убирать лед. Смотрите, как он легко убирается теперь. Так, убираем дальше лед. Ребят, я уже половину льда убрал со своего дома. Как вы можете видеть. Сейчас я уже вот прям согрелся, силы есть. Всех жителей уже, ребят, спас я. Ну, вот так убираем лед. Капец, зима выпала у нас, смотрите. И, кстати, ребят, скоро уже Новый год. И мы будем его жить в деревне нашей, жителей номер 14, отмечать Новый год. Так, а где цветочек? Блин, цветочек упал. Плохо они сейчас растут, потому что сейчас зима уже стала. Хотя мои огороды растут хорошо. Блин, сколько мне домов убирать. Жители, вы мне поможете убирать дома с лед? Да, поможем. Обязательно. Сейчас только немного согреюсь, и мы будем помогать тебе. Ага, хорошо, жители. Ладно, ребят, буду тогда видео заканчивать. Думаю, вам будет неинтересно, как я буду лед убирать. Это будет долгое занятие. Ну, ладно. Не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, ставить колокольчик, подписываться на мой ТикТок, на мой Телеграм, ссылка в описании. Ну и все. Вот так я спас деревню, там жители спас. И теперь буду лед убирать. Всем пока-пока, ребят.